Это пойдет нам на пользу, Джесс. Обязательно. Разве не в этом суть брака? Вместе справляться с трудностями. В болезни и здравии. Зайдем внутрь, осмотримся. Думаешь, что твой муж войдет в любую минуту? Кричи сколько хочешь, вокруг никого. Джеральд. Прости, детка, я не назову тебе своего имени. Мне это не нравится. Я серьезно, остановись. Прекрати! Ты играешь? Мы действительно не можем обойтись без этого. Как мы докатились до этого? Мы ведь были счастливы, разве нет? Джеральд, что? Что происходит? Джеральд! Проснись. Просто проснись. Пора проснуться, малыш. Ты уже 5 часов пытаешься докричаться до соседей, что в миле отсюда. Если они вообще есть. Я был бы поосторожнее с этим стаканом. Это не сработает. Нет. Можешь тянуть, пока не сломаешь запястье. Тебе все равно не выбраться. Ты не настоящий. Ты не настоящий. 29 сентября. Тише, детка. Засыпай. Сосредоточься. Ты ходила во сне, когда тебе было 12. Это за плохое поведение. Он заковал тебя в эти цепи задолго до Джеральда. Ты в порядке? От режиссера «Окулус» и «Тишина». У тебя было все, чтобы выжить с самого начала. По роману Стивена Кинга. Просто вспомни. Пошел отсюда! Если не проснешься, умрешь. Игра Джеральда. Режиссер Майк Фланаган.